Добрый день, с вами Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Voxy 2014 года выпуска. Гибрид. Бензиновый двигатель объемом 1,8 на 99 лошадиных сил, а также электродвигатель на 60 кВт. На 16 дисках имеет скользящие двери с электроприводом. Перейдем в салон. Здесь у нас черный тканевый салон. Ухоженный, не прокуренный. В очень хорошем состоянии, на 7 посадочных мест. Имеются капитанские сиденья с полноценной регулировкой. Также есть мультимедиа, мультируль, круиз-контроль. Также автомобиль оборудован системой автоматического торможения в избежание столкновений. Имеет раздельный климат-контроль, круиз-контроль. Помощь старта в горку, АБС, вспомогательная система торможения, полный электропакет автомобиля. Пробег данного авто 109 тысяч километров.